Рыба-кит, папа рисует. Ребят, привет! Пришло время играть с вами в игру в кальмара. И Рыба-кит, конечно, рисует с Павликом. С Павликом обсуждаем игру. Ну, всякие страшности рисуем гаммой. А, но страшности рисовать не будем. Все будет клево и классно. Правильно, Павлик? Мне кажется, что у меня глаза как будто загипнотизированы. Давай. Хватай фломастер черный, толстый. Черный толстый фломастер. У нас фломастеры гамма двухсторонние, что классно. Открывать толстую именно часть. Толстую. Так. Вот. Вот эту вот. Тогда толсто получится кальмара, как чиби рисуем. Чиби — это значит что? Это значит большая голова, как у телепузика. Сначала круг. Просто у телепузика вместо головы какие-то фигурки. Рисуй круг. Ну, такой. Ну, это уже тогда внешний круг. Я сейчас внутренний круг, внешний нарисую, а ты внутренний нарисуй круг. Давай. Вот так вот, да. Вот так. Получается очень даже классно. Смотрите, теперь рисуем теперь вот это вот. Вот так. Раз. Рисую вот здесь два круга. Два. Смотри. Так, ну видишь, еще два. Ну да, два круга я тоже нарисую. Но если вы хотите кружочки нарисовать. Так, закрашивать. Ну, мы потом закрасим. Сначала нарисуем. Теперь тело нарисуй нашего надзирателя, да, тело. Павлик. Нарисуй надзирателя тело. Я буду, это мое все, тело. Кстати, видишь, вот так надзирать. Как там входит. Вот. Но мы это нарисуем, Павлик. Ты нарисуй тело. Тело вот так, чук-чук-чук, такое, как у меня. Срисовываю у меня то, что у меня классно срисовывать, ребят, срисовывайтесь всегда, как у Рыба-кит, все классно. Теперь ручки так приходится рисовать, так просто. Они, кстати, похожи, да, на Монкас тоже. Теперь ножки дорисуем, так, да, ручки. Только внешний круг вот здесь это. Ничего страшного, я потом тоже соединю, ничего страшного. Да-да-да-да-да, ремешок, обязательно ремешок. Так. И вот здесь у него какой-то такой крючок, что ли, не знаю, как это вот открывать. Молния, да. Крючок. Только он у меня молния, рядом. Полосочка. Ручки нарисуй, ручки. И я думаю, что можно закрашивать, как ты и хотел. Пистолетики они. Нет, нет, не будем рисовать пистолетики. Все по... для малышей. Ты мне обещал рассказать, что это за игра, да, потому что приходил Артем, он ничего рассказать не смог. Ничего он не знает про эту игру. Игру в кальмары? Да, ты знаешь про игру в кальмары? Да. А расскажи, расскажи. Там есть несколько раундов. Да. Все, что я об этом не знаю. Тогда раскрашивай. Там это, я-то думал, я узнаю, что такое. Все говорят, а я не знаю. Ты же знаешь, что красный цвет, зеленый цвет. И что? Синий цвет. Я знаю. Нет, раскрашивать черным среднюю часть и каким-то цветом малиновым или оранжевым. Я знаю, оранжевым часто расскажешь. Я раскрашиваю этот оранжевым. Кто? Знаешь такую игру? Какую? Ну, красный цвет, зеленый цвет. Ну, знаю, это как красный цвет, зеленый цвет, желтый цвет. Это первое. Только там без желтого цвета, потому что. Жалко, я же люблю желтый цвет. Ну, желтый цвет мне нравится. Не повезло, не повезло. Давай, давай, крась. Ну что, расскажи вообще, страшная игра кальмара. Ты ее видел когда-нибудь? С одной стороны, да, с другой нет. А ты ее видел когда-нибудь? Ну, расскажи. Как все говорят? Все говорят, Павлик никогда не видел у кальмара, я так понял, он только слышал. Но они... Он даже вот эти картинки не видел, но ему интересно повторять и об этом. Никто этого даже не видел. Да, ну многие из детей не видели. Ребят, я тоже советую, вообще-то... папа, как папа, если вы меня знаете, то всегда советуйтесь с родителями, хорошо это или плохо. Рассказывайте то, что вы знаете, всегда делитесь. Они вам подскажут, что такое хорошо и что такое плохо, правильно, Павлик? Вот мы с Павликом всегда этим занимаемся, он приходит и рассказывает. Хорошо ли донатить в играх, к примеру, правильно? Было такое дело? Вот такие дела мы обсуждаем. И Павлик знает, что такое хорошо, что такое плохо. Еще вот эти ботиночки ему закрашивают тут. А бабус. Закрашивают эти ботиночки вот эти. И оранжевым все остальное. Супер легкая рисовалка. Закрашиваю, закрашиваю, все оранжевым. Ты нарисовал ей ботиночки ему. Давай, давай. Закрашивай, закрашивай. Оранжевый, хватай оранжевый. Я хочу синего. Нет, ну потом все засмеют меня, скажут, ты не умеешь рисовать. И хотя бы малиновый или красный возьми, Павлик. Ну, пожалуйста. Возьми такого, как я. Потому что мне же нужно, чтобы ребята повторяли четко, чтобы у них получалось. И это все очень важно. У тебя здесь ботиночки закрашены, но у меня нет. Ботиночки? Ну, ладно. Закрашивай оранжевый. Хочешь, я тебе даже помогу? Вот так закрашу тоже оранжевый.
Ариш, не ломай дверь. Арина ломится к нам, хочет тоже присоединиться. Сейчас мы дорисуем с тобой 4 рисунка, а потом будем рисовать с Ариной 4 рисунка. Арина — это девочка, которой сколько лет? Почти три, но сейчас 2. Так что мы с ней будем рисовать наверняка Гренни, бабушку Гренни, да, Павлик? С Ариной. Примерно 10 дней до ее день рождения. Да, скоро это уже. День рождения этот будет? 9 и ее. Да? Ну, день рождения здорово. Так. Все ли работает? Все работает. Это 9 и ее, да? Ну, осталось до нее 9 дней до Арины дня рождения. Тё-тё-тё, кричит, хочет к нам попасть. Такие вот у нас рисунки. Ребят, мы стараемся, как можем, объясняем. Если даже весь интернет завален на... Павлик сейчас, кстати, очень хорошо старается раскрашивать. Если даже весь интернет завален какими-то страшными картинками, ребят, всегда посоветуйтесь с родителями. Хорошо ли это или плохо? Так? Вломились. Да, вломились. Арина с мамой. Теперь будем поправлять наши... Давай. Все, отлично. Еще вот это вот к нам попалось. Это положим. Закрываем. Фломастеры всегда закрывайте, ребят, чтобы они не использовали. Показываем, что получится. И всегда пожелаем мы что-нибудь вам хорошенького. Ребят, рисуйте. Радуйтесь. Дарите рисунки друзьям. И что? Рисуйте с родителями. Не смотрите страшилки. Что ты скажешь? Посоветуй тоже что-нибудь, ребята. Ешьте побольше. Смотрите на камеру. Ешьте больше конфет. Привет. Ну, понятно. Все, пока.